Вот Ванька. Мам, я не умею. Когда ты будешь маленькой, то что родители тебе купят? Коляску. И что мы будем делать? Расскажи. Я буду на коляске рассказывать истории. Какие? Все, что угодно. Сказку, может быть, расскажи какую-нибудь маме. Не могу. Я очень занята. Чем? Работай. А как ты работаешь? Я хорошо. А что ты делаешь на работе? Нет, ты хорошо смотри.